стол, начинаем прохождение по воде, не по воде, а сейчас я на ваших глазах пройду пол реки, не вплавь, но, по-моему, раньше пьяна была глубже. Вот такая вот речка, ее плыть тут метров 30-40, два грибка, пойдем погружение. Ой, ой. Хорошо, народу нет. Можно кайфануть. Телефон, если что, у меня водонепроницаемый. О, идем. Вроде кажется глубоко. А вон еще сколько впереди. Все, по шее сейчас. Уходим. Становится мельче. Дно здесь каменистое, каменистое с песком. Но вода, вот видите, да, более-менее свежая, чистая. Идем, опять идет углубление. То есть опять какая-то яма. Оп, оп. И вдруг резко становится вообще по колено. Идем, здесь водоросли. Идем, идем, идем. А уже, я напоминаю, пол речки пройдено практически. Сейчас идем водоросли. Ну, примерно половина уже пройдена. Вот я все еще иду. Иду, иду, иду. А там еще вон немного остается. А я все еще иду. Иду. Вот тут уже начинается глубоко. Комары кусают. Все. Стою на цыпочках. Тону. Тону, не иди. Невозможно идти. Все. Дальше уже